Александр занимается боксом всего 2 месяца. Но, несмотря на это, уже показывает довольно высокий уровень подготовки. Тренер решил записать его на турнир и не прогадал. Александр достойно показал себя на ринге. Вышел на боевую ничью в борьбе с опытным противником. Удивительно, но бокс никогда не был его мечтой. Да и пришел он в этот вид спорта не совсем стандартным способом. Меня позвал друг на пробную тренировку. Мне понравилось, я записался, вот начал ходить на тренировки. В образовательном центре «Багратион» прошел турнир по боксу среди школьников. Его цель – развитие данного вида спорта среди детей. В соревновании приняли участие около 160 участников со всего Одинцовского округа. Это не первый турнир. Мы в нашем Одинцовском округе регулярно организуем, проводим соревнования подобного уровня. Поэтому опыт есть. У нас сложности не возникает особо. Торжественное открытие турнира началось с гимна Российской Федерации и парада, а также с напутственных слов директора школы «Багратион» Анны Семировой. Наши дети должны быть самыми здоровыми, самыми сильными. Ребята, я хочу вам пожелать всем справедливой и честной победы. Этот турнир дал возможность молодым спортсменам оценить свой уровень подготовки, а также посмотреть, на что способны их противники. В итоге это соревнование стало большим праздником не только для спортсменов, но и для зрителей. Бокс – это зрелищный вид спорта. Возможно, именно поэтому он так привлекателен. Он многих привлекает. Это на самом деле сложно координационный такой вид спорта, да. Но он, не знаю, но он действительно объединяет всех. То есть люди влюбляются в этот вид спорта, остаются в нем. В конце турнира по боксу каждый победитель получит заслуженные награды – грамоты, кубки и медали. Но главное – это возможность поехать на первенство Московской области. Дарья Шамова, Евгения Климова, Денис Харламов. Телекомпания «Одинцова».